Сайбель, вставай. Лёш меня не пускает. Говорит, лежи. Я сейчас как зазвеню их чашечками, так он сразу прибежит. Быстренько смоется. Я блинчики готовлю. Всем привет. Сегодня Климосика в садике. Мы с Айбелем вдвоем дома. Я готовлю блинчики со вчерашнего теста, которое осталось. Все, пора переворачивать. Макики ждут. Ждут, не дождутся. Да? Все ждут, не дождутся. Я тоже не дождусь, Кать. Вот две руки, так сказать. И кашу себе накладываю. А что, блины? Мне кажется, мне блинов хватит, нет? Это наш завтрак. Сайбель делает себе кофе. Кофе будешь? Нет, я цикорий. Это моя каша. Овес. Я добавлю себе чуть-чуть сиропа, потому что она вообще не сладкая. Главное не перелить. Тут почему-то неудобная такая. Дозатор неудобный, ага. А он, наверное, для чего-то еще рассчитан? То есть для какого-нибудь шприца или что-то? Красота, тоже такую хочу. Налить? Нет. У меня вот такая красота. Безвкусная почти. А что каши так мало? Это вся, что была? Нет, есть еще. В принципе, достаточно. Ну, она просто такая аппетитная. Сытная. Она сытная, да. Я вот чуть-чуть себе наливаю и уже наелась. Я крашусь. Многие спрашивают много раз, хоть я и не раз говорила, чем я пользуюсь, каким тональным средством. Сейчас я пользуюсь Lumine CC крем. Я смешиваю Light и Fe 2. Fe чуть-чуть потемнее, чем Light. И получается идеальный цвет. Надо потише сделать. Это, кстати, очень важно и не все равно. Под глаза у меня консилер Maybelline. Это вообще мой must-have пожизненный. Он не подчеркивает мои морщинки, не выделяет их, а наоборот как-то сглаживает. Это единственное средство в мире, которое так работает. Я даже себе консилер MAC покупала, знаете, за бешеные деньги. 1012 на тот момент. Сейчас, наверное, он еще дороже стоит. И он вообще никакой по сравнению с консилером Maybelline. Я вам очень рекомендую. Под глаза супер средство. Тем более, это мое проблемное место. Ну и, конечно же, хайлайтер. Любой, какой есть. Под скулы. И все. И румяна. Сейчас на мне никакого хайлайтера. Кроме тонального средства, ничего на лице нет. И я вот такая вот бледная и ужасная. И без бровей. Хочу ответить немного на ваши вопросы. Их накапливается очень много, я не успеваю, многие обижаются. Но прежде нужно надеть теплые носки. Я не знаю, как одеваться дома, чтобы не выглядеть как чучело и чтобы не мерзнуть. У нас хоть и отопление, но холодно. Я вечно мерзну. Если без движения сижу, монтирую, то вообще в ледышку превращаюсь. После того, как я рассказала про грудное вскармливание, неважно, что там пишет ВОЗ, мое мнение не изменилось. Кстати, на каждый осуждающий комментарий найдется комментарий поддержки. Так что у нас одинаковое количество, у каждого своя правда, каждый прав по-своему. Какой выбор вы для себя сделаете, вам подскажет сердце, ваше внутреннее чувство, ваши привычки и так далее. Пишет Дарья Басанова. Кать, привет, скажи, посещаете ли вы салоны, например, чтобы сделать маникюр, педикюр, косметолог или сами за собой ухаживаете? Кто давно меня смотрит, вы знаете, что раньше я ходила к косметологу, делала даже себе ботокс, гиалуронку, но сейчас я от этого отказалась, чистку я себе никогда не делаю, и сейчас я не вижу смысла для себя ходить к косметологу. Я бы походила на массаж лица, но это занимает очень много времени,
и куда-то надо ехать каждый день, одного массажа мало, пока я справляюсь сама. Возможно, когда-нибудь я все-таки похожу на массаж, это единственная моя цель и то, ради чего, я считаю, стоит ходить к косметологу. Сейчас все косметологи только колят что-нибудь вам в лицо и совершенно забывают о настоящей косметологии. Для меня косметология – это какие-то консервативные методы, а не лишь бы заколоть что-то в лицо. На педикюр я хожу только летом, исключительно. А зимой, осенью, весной я делаю себе педикюр сама, крашу обычным лаком, и мне этого достаточно. Сейчас, когда у меня живот вырастет больше, думаю, придется пойти. Но так долго нужно сидеть на этом педикюре, мне жалко своего времени, и зимой мои ногти никто не видит, и мне кажется, они недостойны того, чтобы тратить на них по 3 часа. Сама делаю себе педикюр и покрытие за полчаса. Маникюр я также делаю себе сама. Я не отрезаю себе кутикулу, вот эту вот кожу. Я просто ее отодвигаю, стригу ногти банально и иду на покрытие гелевое. Мне гелевого покрытия хватает на 2 недели. Хоть у меня и гель на руках, я все равно стригу ногти, потому что я вообще не могу с длинными ногтями. Даже вот для меня сейчас они уже длинные, хотя для кого-то даже очень короткие, почти что под корень. Чуть-чуть отрастает, и меня они уже раздражают. Хочу постричь, но я знаю, что у меня сейчас потрескается весь гель, если я буду стричь, я держусь. Но все равно через пару дней подстригу. А гелевое покрытие у меня занимает полчаса, а чтобы делать маникюр, это тоже нужно уйма времени. И в последний раз 2 года я делала назад себе маникюр в салоне, у меня воспалились все ногти, я уже об этом вам рассказывала, и я поняла, что никакого смысла нет отрезать эту кутикулу. Если ее не отрезаешь, она не растет. Я уже 1 000 000 раз об этом говорила. Пишет Юлиана Прекрасная. Катюша, ты что так мало про беременность рассказываешь? Я не знаю, что рассказать. Мне кажется, я все рассказываю, что происходит в моей жизни. У меня сынок вовсю шевелится, особенно ночью, утром. Я пытаюсь дать почувствовать это хотя бы Сайбелю. Клим отказывается, у него нет терпения. Ну и у Сайбеля тоже нет терпения. Он чуть-чуть подержит руку. Ладно, все. Ладно, в общем, ему это не интересно, не надо, и особо нет никакого трепета, знаете, там почувствовать движение ребенка. Немного обидно. Покажи пузико свое. Ну вот оно. Надеюсь, ничего там лишнего не видно. Угу. Так оно выглядит сейчас. Растяжек у меня нет, их и не было, но живот жутко чешется. Я стараюсь почаще мазать, когда особенно чешется. Ну вот как-то так. На себя со стороны смотрю, кажется, небольшое пузо. А когда в зеркале, в ванной нахожусь, мне кажется, что у меня огромный живот уже. Хотя срок еще маленький. Я боюсь очень, что ребенок будет большой. Я стараюсь много не есть, поэтому я не знаю. Расскажите мне о лайфхаках. Как сделать так, чтобы ребенок не был большой? Потому что Клим родился 3800, хотя я не обжиралась никогда. Ну, я до сих пор убеждена, что это генетически заложено. Мой Сайбель родился большим. У моей мамы дети были максимум 3200. Все мы. Я не хочу опять. У меня так болели кости. Мне казалось, что я никогда в жизни не восстановлюсь. Я ходила 3 месяца, хромала. У меня разошелся таз. Я надеюсь, в этот раз ребенок будет маленький. Ну, хотя бы вот 3200 для меня идеальный вес. Я хочу к нему стремиться. Многие спрашивают, болела ли у меня грудь. Да, очень сильно болела. Это был первый признак беременности. У меня начала болеть грудь перед Киевом. Я собиралась в Киев, у меня заболела грудь, у меня еще появились подозрения, обычно перед циклом, сами понимаете, у меня никогда не болит грудь. Я сделала перед отъездом в Киев тест, и он ничего не показал.
Ну, я расслабилась. Ну, в общем, в Киеве она у меня продолжала болеть. Это было очень странно. Я приехала домой, сделала тест, и все подтвердилось. Обычно у меня грудь болит только после или во время овуляции. Перед циклом никогда. Поделитесь, пожалуйста, результатом и опытом фейсбилдинга. Какие изменения ты видишь и т.д. Не вижу я никаких изменений, потому что я вижу себя каждый день. Но тот факт, что многие пишут, что я похорошела, мне кажется, это результат фейсбилдинга. По крайней мере, мои морщины не становятся более глубокие. Это уже прогресс. Мне хотя бы держаться на том же самом уровне, несмотря на то, что я до беременности очень похудела, сейчас немного поправилась. Это самое страшное для нашей кожи. Нужно сохранять всю жизнь примерно одинаковый вес, для того, чтобы кожа была в хорошем состоянии. Это одно из правил, которое действительно работает, но их очень много. Я не скажу, что мое лицо сильно изменилось, у меня также есть морщинки на лбу, которые мне не очень нравятся, но они мимические, от этого никуда не денешься. Когда я улыбаюсь, смеюсь, у меня морщинки в любом случае есть, они будут, но, по крайней мере, я чувствую прилив энергии, крови, когда я делаю гимнастику для лица, и мне это очень нравится. Это уже вошло в привычку, я вечером смотрю что-нибудь, что мне интересно. Часто с Саней мы смотрим фильм, и я делаю зарядку для лица, для поясницы и так далее. В любом случае, хуже не будет, хотя это занимает достаточно много времени. Я даже из-за этого перестала ходить в тренажерный зал, потому что моя зарядка занимает у меня минут 40, потом еще этот фейсбилдинг минут 20 каждый вечер. Если я еще буду ходить на тренировку, то только этим и буду заниматься. Только собой, больше ничем. Катюш, пишет Нина Дмитриевна. Катюш, я заметила, у вас на руке нет обручального кольца. Или дома не одеваете вы кольца. Тайное кольцо вообще сломалось, а мое большое мне. Я не знаю, как раньше я его носила, но мне было большое, а сейчас вообще вылетает с пальца. И мои вкусы немного изменились, я его не ношу. И вообще кольца я не очень люблю. Тем более дома носить, вот постоянно ходить в обручальном кольце, готовить, есть, купаться, спать, это не мое. Для меня обручальное кольцо это совершенно не показатель, несмотря на то, что я не ношу кольцо, ко мне никогда никто не пристает, никто не хочет со мной знакомиться, и у меня на лбу написано, что я замужем, мне так кажется. И сабель мой не носит. Я поначалу нервничала, говорила, давай хоть какое-нибудь тебе кольцо купим, а сейчас мне уже все равно. Пишет Наталья Кузнецова. Мне кажется, нет ничего прекраснее взрослой женщины, ухоженной, уверенной в себе, не молодящейся особо, а именно такой, который наслаждается своим возрастом. Наталья, я подписываюсь под каждым словом, мне очень понравился этот комментарий. Пишет Алена Ухабова. Все та же детская категоричность. Мне не нравится, значит, никого не красит. Ногти красить гелем, лаком бессмысленно. Ага, я вспомнила. Волосы красить бессмысленно. Но некоторые делают это потому, что нравится им, а не для того, чтобы их оценили другие. Да, я поняла, о чем сообщение. Якобы я хотела сказать, что, в общем, что бы вы с собой ни делали, вы все равно останетесь некрасивыми, и вам ничего не поможет. У меня даже в мыслях не могло зародиться, что у кого-то возникнут такие мысли. Я всегда только за спорт, за фитнес, за гимнастику, за здоровье, за естественную красоту. Вот и все. Я не хочу сказать, что кому-то что-то не поможет. То бишь, правильнее сказать, если я хочу меняться к лучшему, я занимаюсь спортом, я правильно питаюсь, я пью побольше жидкости, делаю гимнастику для лица, пользуюсь там масками, массажерами для лица. Это реально для меня работает. А если я ничего этого делать не буду, а буду без конца красить волосы то в красный, то в рыжий цвет, то в моей жизни ничего к лучшему не изменится. И все то, что я говорю, это лишь только из добрых побуждений. Никогда не хочу никого обидеть. И жаль, что, Ален, вы сделали такие выводы. Это абсолютно не действительность. Катюша, не вырывай седые волосы на себе. Проверено, это больше, от этого больше седых волос. Пишет Лагереви Фэмили. Знаете, когда я пытаюсь отрезать седой волос, то я вместе с ним отрезаю еще штук 10 волос. Сабеля меня просить об этом неловко.
Мне не хочется, чтобы он знал, что у меня есть седые волосы. Он мои видео не смотрит все равно, комментарии не читает. Я делаю это сама, мне удобнее выщипать. Я не заметила тенденции, что вот прям после выщипывания у меня еще больше растут седые волосы. Я делаю это очень давно. Когда-то я выщипывала своим родителям, когда была... Это был мой фетиш, в общем, папа меня просил по вечерам: «Кать, повыщипывай мне там седые волосы», когда их было штук 5. И маме я выщипывала. Когда придет время, седина в любом случае накроет меня, нас, так же, как и моих родителей. И для меня, в общем, этот вариант удобнее. Прейп Елена. У меня вопрос. Как вы относитесь к партнерским родам? Пойдет ли Александр с тобой рожать? Это очень актуальный вопрос. Я пытаюсь уговорить Сайбель, я очень хочу, чтобы он пошел со мной рожать. Многие считают, что это может повлиять как-то на наши интимные отношения, но я не собираюсь ему ничего показывать страшного. Я в любом случае не допущу того, чтобы он что-то неприятное увидел. Я попрошу его выйти, но мне хочется, чтобы кто-то был рядом, кто сможет позвать врача, кто просто вот его присутствие меня очень успокоит. Я думала, что мама пойдет со мной. Если, конечно, Сайбель откажется, то в любом случае пойдет мама. Но мне психологически было бы удобнее, чтобы мой Сайбель был рядом. Только он меня может успокоить. Я аж немного растрогалась. Пишет Асель Балабаев. Здравствуйте, расскажите, что за проблемы у вас с щитовидной железой? Если возможно, то поподробнее. Заранее спасибо. Я не знаю, как подробнее, я ведь не врач. У меня... высокий уровень ТТГ был очень давно. Я принимала утюрокс, потом почему-то бросала его пить. И из-за этого набирала вес, кстати. У меня был период, когда я сильно набрала и не могла сбросить. Ходила на тренировку, уже меньше ела и все равно не могла сбросить. И потом сдала ТТГ, обнаружила, что у меня повышенный уровень. Если вы хотите проверить, сдайте ТТГ. Это какой-то там тиреотропный гормон, гормон щитовидной железы. В Алмате у всех почти проблемы с этим, так что я советую всем, кто сомневается, сдать ТТГ. Есть еще такое мнение, что люди с повышенным ТТГ имеют проблемы с нервной системой, то есть они склонны к депрессиям, бессонницам. Так что если у вас есть такие проблемы, то я вам советую тоже проверить свою щитовидку. И гормоны щитовидной железы — это очень-очень важно и влияет на наше настроение. В последнее время я очень довольна своим настроением и хочу, чтобы оно было всегда таким, как можно дольше, по крайней мере. Все, вопросы закончились. Большое спасибо вам за вопросы. Я буду сейчас, как обычно, монтировать видео, а там посмотрим. Мы с вами съездили в магазин. Я себе там прикупила кофточек для беременных. Покажу вам попозже. И вкусняшки для Климаськи. Че мы? Вишняшка у меня на бумажке. Точно, да. Вот вишня. Папка вкусный бургер Климу купил. О, откуда хлеб? Откуда? Спасибо, солнышко. Приятно так. А я делаю тут салатик пока. С авокадо в последнее время я делаю салат, и вчера Саня ест и говорит: а что такие огурцы мягкие? Я так долго смеялась, я представила, если бы я съела, мне бы показалось, что это огурец, мне было бы ужасно мерзко, потому что спутать огурец с авокадо — это, конечно, жесть. Мне мягкий огурец — это самое мерзкое, то, что только может быть. Пап, показывай! Показывай. Что показывать? Подарок ему показывать. Это что за подарок? Это такой пластилиновый динозавр. Ты должен их сделать сам. Там есть вот такие вот формочки. И вот такой вот пластилин. Ты должен сделать сам динозавриков. А... не нравится? Я сладости умею. Ну все, супер тогда. Вот, смотри. Съел и сладковатый. Кушай сладковатый. Да. Вот купила я себе обычные футболки, длинные. Мне очень нравится, что они длинные. Есть место для пуза. Вот тут резиночка, видите? В общем, самую простую белую, розовую. Черную я уже в стирку бросила, постирала.
розовая такая же, черная такая и штаны для дома. Еще отнесла 2 пакета негодных вещей и получила скидку 15%. Мне кажется, есть что-то магическое в этом покрывале новом. Оно постоянно манит, зовет и хочется поваляться. Я полчасика поваляюсь, почитаю книжку. Я сейчас читаю «Жена башмачника». Мне очень нравится, пока я не пойму, при чем тут башмачник, но скоро узнаю, думаю. Мы с Климом играем в дубль, да? Давай дальше. Пошла жара? Так, очков нет. Сердечко. Динозавр. Ух ты. Сыр. Ножницы. 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 Дракон. У тебя атом. У тебя есть? У тебя есть зебра. Так, у тебя есть боба, я тебе отдаю. Нет, себе лучше возьми. Класс. У тебя же зебра вон. Вот зебра и вот зебра. Мама, ты не в мои смотри, котик, а в свои карты. Ты же должен выиграть. Почему? Ну, каждый играет сам за себя, Муси. В свои смотри. Вот. Дракон! Я тебе подсказала. Спасибо. Видишь, мой хороший подсказчик мой. Так, 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 капли нет, яблоко нет, паук, скелет, сердечко, машины нету. Кажется, у меня ничего нету. Да, да. Да ты на свои смотри. Вот. Мам. О, машина. Да, да. Точно. Дерево нет, яблоко нет. Морковка. Капля. Собачка. Молодец. На, я тебе отдаю. Нет, мне не надо. Вот ты себе бери, у тебя же часы. О, да. Спасибо. Вот такая. Ну, что ты такой грустный? Ты у себя смотри, ты за себя играешь, а я за себя. Так, у меня что есть? Якорь. Видишь, да. Якорь. Капли. Дельфин. Молодец. О, пальцы. Где? А, точно. Пальцы. Везет. Хотя у меня, оказывается, тоже пальцы были. Я не заметила. Я тебя отдам. Нет, не надо, Саня. Ну, пожалуйста. Ну, не надо. У меня так, смотри, как много. А у тебя мало. Ты проигрываешь. Тебе надо. Я не проигрываю. Клима уже отвели к бабушке на ночь. Набрали йогурта. Мой самый любимый вкус вишневый. Обожаю. Клим еще есть малиновый, но я только вишневый. Это мое объедение. Еще взяла по вашей рекомендации сухое молоко. Обычно я, конечно, пью чай с молоком. Сейчас что-то я приболела, что ли, горло болит. Тут в составе сироп, глюкозы, твердые растительные жиры, пальмовое масло, обезжиренное сухое молоко, эмульгатор. Вы такое молоко имели в виду, когда говорили о сухом молоке, что можно заменить обычное сухим? Очень интересно, могу ли я такое молоко добавлять в кашу? Расскажите. Про йогурт. Я сейчас так наслаждаюсь этим вишневым йогуртом. Я помню те времена, когда йогурты только появились. У нас в Атырау их еще не было. Папа с России, кажется, привез йогурт. Там еще были Хрюша, Степашка, Каркуша на этих йогуртах нарисованы. Он купил целый блок, и так как нас было трое детей, нам в день по йогурту выдавали. Для меня он был такой вкусный, это самое вкусное лакомство на свете. И я каждый день ждала следующего дня, чтобы насладиться еще одной баночкой йогурта. У меня такое очень яркое воспоминание. Мне кажется, он был самый вкусный на свете. Что мы еще тут взяли? Ну, вот гречку, как обычно. Я стараюсь визуально примерно определить,
Кажется, она чистая, такая поджаристая. Не люблю светлую гречку. Майонез. Чурчхелу. Я сейчас обожаю пить чай с чурчхелой. Это самая вкусняшка. Яблоки для клемасика, груши, сметана, хлеб. Такой иногда хочется. Я сейчас такой люблю. Семечки. Зло. И все, Саня там еще молоко понакупал, складывает. Расскажите, какой йогурт вы любите? Саня говорит, ему все равно. Хоть какой, вообще нет разницы. Больше всех я ненавижу яблочный. Я не представляю, как его можно есть. На втором месте, ну так, я бы ела малиновый, потом черничный и на предпоследнем банановый. Ну, банановый еще так могу есть, но... Мне интересно, от чего это зависит. А еще мне интересно, были ли у вас такие вкусняшки, которые вам выдавали в день по одной, и вы ждали следующего дня, чтобы съесть эту вкусняшку. У нас еще такое было с Кока-Колой. Кока-Колу, Фанту папа привозил только на Новый год. Что еще? Персики. Персики и черешня. Вот Рау очень дорого было покупать. Папа привозил целыми коробками. У меня папа летчик, он тогда летал. Очень активный. В общем, когда было лето, он коробками привозил с Алматы персики. Как сейчас помню. Черешню нет, наверное. Она прям сильно скоропортящаяся. Но черешня это было вообще что-то недосягаемое для меня, которое стоило бешеных денег. И мы крайне редко покупали. И по маленькой чашечке ели. Я думала, вот поеду в Алмату и буду объедаться черешней. А еще помидоры я обожала. В общем, в Атырау это все мало доступно было. А если доступно, то дорого. Мне интересно, как сейчас с этим обстоят дела. В России, в Москве тоже все дороже, насколько я помню. И все-таки Алмату я очень люблю за обилие фруктов, овощей. И, в принципе, это все доступно. Смотрите, какая я красная, раскрасневшаяся. Это то, как мое лицо выглядит после фитнеса, после зарядки. Смотрите, какой прилив. Ужас, я жутко красная. Ну ничего, за ночь пройдет. Я сейчас еще полежу на своей доске и пойду спать. Почитаю перед сном, как обычно. Не ленитесь тратить время на себя, на свое здоровье. Это вам воздастся 100%. По крайней мере, я в это верю. Спасибо вам большое, что смотрите видео. Всего вам самого наилучшего. Обнимаю. Всем пока-пока.